Всем добрый день. Продолжаем рассматривать программу DAMF SSO 4.1 Basic. Ну и в настоящее время, то есть приступаем к расчетам. Вначале определимся с грубыми ошибками, то есть те данные, которые мы не ввели, или во время отрисовки что-то сделали мы неверно. Так, нажимаем расчеты. Так, вот у нас уже есть ошибки. Здесь вот в отличие от версии 3.8, то есть вот здесь уже до 65 доходит. То есть если в предыдущей версии там, если до 50 не доходит, то там есть грубые ошибки. Так, ну и давайте посмотрим ошибки, что у нас за ошибки. Так, это у нас остались пустые незаполненные ячейки в общих данных. Так, это у нас источники. То есть здесь мы задали значение, то есть вот сюда надо задать. Ну, возьмем DP. Так, ну и здесь видно, какие значения должно принимать. То есть 350. Дальше здесь можно поставить 0, ну или 100 поставить. В зависимости от того, какой у вас источник. То есть это можно посмотреть, сколько у вас объем теплообменник занимает, для того, чтобы дальше учитывать. Так, и еще один момент. Ну или давайте запустим. То есть вот мы исправили две ошибки. Запускаем. Так, до 100% у нас дошло. И посмотрим ошибки. Так, ну здесь вот грубые ошибки. Ну, это ошибки предупреждения. Дальше серьезное предупреждение. Ну и серьезные ошибки. Так, ну и вот здесь вот из на, ну, как бы серьезных предупреждений низкий авторитет, то есть включить опцию. Это что такое? То есть это мы опять идем туда же. Так, нажимаем арматуру. Так, вот здесь вот надо поставить галочки, учитывать авторитет, но тут по умолчанию 0.3 стоит. Так, и еще учитывать необходимый авторитет смесительных клапанов. Ну, тут вот 0.5 поставили. Так, и еще один момент в арматуре. То есть мы вот такой клапан поставили, ну хотя можем оставить, либо поменять на другой. Или ладно, пока оставим, хотя он достаточно большой с фланцевыми. То есть можно поставить с резьбой муфтовой. Ну ладно, пока этот оставим, потом посмотрим, что получится. Так, ну и запускаем расчет. Так, ну и смотрим, что у нас за ошибки остались. Так, ну и слишком низкий авторитет регулировочного клапана. То есть из-за того, что мы там поставили 0.5, в общих данных у вас здесь вот получилось 0.41. Так, ну давайте на этом остановимся. И более подробно уже рассмотрим эти ошибки на итоговом видео. Всем спасибо за внимание. Ну и до следующего видео разбора расчеты систем отопления в программе DAMF SSO 4.1 Basic.
Всем до свидания.